Ивановцы против пенсионной реформы, а мэрия против протестов. Инициативные группы ивановцев подали в администрацию областного центра уведомление о проведении 28 июля митингов и шествий против повышения пенсионного возраста. Заявленные маршруты от площади Революции до площади Ленина, от памятника Варенцовой по проспекту Ленина до площади Пушкина и от кинотеатра «Современник» по Шереметьевскому проспекту до площади Революции. По всем уведомлениям пришли отказы в согласовании. В случае с заявками, касающимися площади Ленина и проспекта Ленина, отказано было по причине проведения там на площади Ленина работ. Причем не только отказ в митинге был, но и отказ в шествии. Вот тоже мы информацию такую получили, то что шествие, которое мы планируем мимо площади Ленина, оно тоже не может быть согласовано по причине того, что работы, которые там проводятся, могут быть опасны для участников. Вот такая вот. Такая трактовка со стороны администрации была. Шествие по Шереметьевскому проспекту не согласовали из-за готовящихся там работ по ремонту ливневки. На площади Пушкина уже якобы заявлено другое мероприятие. Организаторы протестной акции сдаваться не собираются. Готовы изменить дату и место, но митинги отменять не намерены. А сегодня мы планируем подать еще одно уведомление на 29 число, на 29 июля, с проведением демонстрации по улице Суворова, от начала ее, до площади, соответственно, Революции, с митингом на площади Революции. Дату организаторы готовы изменить на 29 июля. А за кадром шутят, что раз на их пути непременно возникают ремонтные работы, от протестной акции точно будет толк. Хотя бы городу поможет. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.